потом снова. И снова. Каждый захолустный автодилер знает, что такое прибыль, финансовые результаты, ограничения убытков. И каждый знает, что такое страх. Чего же им не хватает? Дальновидности. И веры. Это мои налоговые отчеты за 500 лет. Здесь все доходы и инвестиции по всем счетам, деловым и личным, оншорным, офшорным, по всему миру. Посмотрите и убедитесь, что я вложил в инвестицию 90% своего капитала. У меня вера есть. И я прошу вас поверить. Притормозите МНФМ и позвольте экипажу выполнить поставленную задачу. Шарф, вытаскивай там коржик это, да? Если у них не получится, неважно, сколько вы вложили, мы отказываемся. Если у них не получится, отказываться будет нечего. Ситуация стала критической. И мне оставалось лишь притворяться, что я не волнуюсь, как все остальные. Смогли повысить эффективность системы. Мой статус воздухоочистительной установки. Эффективность понизилась на 3% с последнего запроса. Нас тут слишком много. Куда ты там убежал? Если не приспособим модуль для долгосрочного проживания, нужно будет проводить раскрытие купола на поверхности. Тогда следующий корабль будет уже спасательным. У нас 8 месяцев. Будем работать. Все нормально, что ли? Пожар! Роберт, уходи! Внимание, пожар в лаборатории. Мы потушить огонь. Неисправность системы. Бегите к шлюзу. Пожар! Бегите. Все в шлюз, быстро. Разгерметизируемся, чтобы потушить огонь. Неисправность системы тушения пожаров. Сколько ты там жрёшь-то, а? Сколько? Моторы шлюза отключены. Схему сожгло. Пламя разгорается. Всем назад, к восточной стене. Что она делает? Шарфик? Шарф, что ты там нюхаешь? Хана! Хана, открой! Что она делает? Хана! Хана! Открой дверь! Не надо! Хана! Нет! Хана! Хана, там заживо сгорит! Хана! Хана! Прошу! Ясно.